Добрый день, ОС. Сейчас я буду отвечать на все ваши вопросы. И хочется поблагодарить за такие классные вопросы. На самом деле они очень полезны и очень многим помогут. В подготовке спортсмена как вы восстанавливаетесь? Когда я готовлю подопечных, самое главное восстановление – это, конечно же, сон, хорошая классическая музыка, прогулки на свежем воздухе, общение с животными, общение с людьми, ну и интересные книги. Так что я желаю всего самого хорошего, самого доброго всем ОС!